Для меня привилегия и честь быть на этом месте. Слава Богу. Как это пастор проповедовал, я говорил, Эван Эйзер, до сего места довел нас Господь. Аллилуйя. Слава Богу. То, о чем сегодня хочу говорить, познание Божьей правды или благодать доступна. Вы знаете, хочу делиться практическими вещами о том, каким образом у меня получается получать от Господа. И хочу делиться и Словом Божьего, потому что эти все принципы я увидел в Слове Божьем, и они помогли мне получать тогда, когда казалось, что вообще это невозможно. И я хочу сказать, что в жизни верующих людей наступают такие моменты, когда мы начинаем разочаровываться и думать, вообще возможно Богу что-то изменить или невозможно. Может ли Он спасти моих детей? Может ли Он восполнить мои нужды? Может ли Он погасить этот долг? Может ли Он вообще что-то сделать или не может? И вы знаете, когда мы только покаялись, только пришли к Богу, наше познание Бога, когда мы начали Его познавать, то есть это все начало происходить как-то, я просто помню эти переживания, это была вот эта вот первая любовь, такое состояние, как будто ты куда-то в сказку попал. Замечали такое? Вот такое было чувство, как будто, да ты что там, только подумал, раз, и Бог ответил. Только подумал, и Бог пришел. Даже особо и не знали, как нужно верить там. Просто нам говорили, что вот так вот нужно, ты просто помолись и верь, и Бог сделает чудо. Ты раз помолился, поверил, и раз, и чудо. А потом наступил момент, когда помолился, раз, и чуда нету. Помолился, и чуда нету. И хочу просто, чтобы вы посмотрели немножко Слово Божие. Я молился просто, хотел, спрашивал у Бога, о чем говорить, о чем говорить. И Бог мне говорит, сказал такие два слова. Через познание. Через познание. И я молился, и Бог мне говорит, что мы получаем от Бога только через познание. Через познание Его. И давайте откроем 2 Петра, 1 главу. И с первого стиха начнем читать. Вы знаете, я когда пришел к Богу, я себе сказал, что мне нужен такой Бог, который отвечает на молитвы. И мне нужны те люди в моем окружении, должны быть те люди, кому Бог отвечает. Вот кого я искал, вот я с кем хотел быть другом, для того, чтобы мне научиться. Для того, чтобы знать, как же мне молиться так, чтобы Бог отвечал на мои молитвы. Потому что мне просто религиозное хождение в церковь, просто, ну, нету смысла. Вы знаете, что религии ей Бог не нужен. Она обряды свои сделала и все. Утром помолился, почитал, все, Бог, я уже перед тобой все сделал. Так что теперь ты делай. Но так не работает на самом деле. Работает все через отношения. Давайте откроем Слово Божье. Второе послание Петра с первого стиха, первая глава, начнем читать. Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру, по правде Бога, нашего и Спасителя Иисуса Христа. И смотрите, здесь я вижу такие слова, где он говорит, Петр говорит, мы, говорит, все приняли равно драгоценную веру. Каждый из нас получил одинаковое количество. Кто-то говорит, вот у тебя такая большая вера, а у меня такая маленькая. И вот он говорит, что мы все приняли одинаковую меру, одинаковое количество. Одинаковое, равно драгоценную веру, каким образом мы ее приняли? По правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. Мы увидели, мы поверили в то, что вот это слово, это правда. И когда мы поверили, мы приняли. И у нас эта вера появилась. И вы знаете, мы верующими стали только после того, когда родились свыше. Библия об этом говорит. Мы верующими стали только после того, когда родились свыше. Потому что до рождения свыше люди не способны верить в невидимые вещи. Согласны со мною? Не способны. Библия называет таких, то есть, что это, эти люди душевные, они почитают это безумием. Верить в невидимые вещи. Хотя есть много невидимых вещей, которые существуют, они их не отрицают, что они есть.
Радиоволны, например, так же, ветер, электричество. Они не отрицают, что они есть. Но когда вопрос касается Бога, почему-то люди думают, что это все безумие. Они думают, что вера или религия, они так это называют. Религия. А это религия, знаешь, как много религий. Но мы не проповедуем религию, мы проповедуем веру в живого Бога. Вот чем мы отличаемся от людей этого мира. Аминь. Принявший с нами равно драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя, и Иисуса Христа, благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа, и Иисуса Господа нашего. И он говорит, когда мы приняли эту веру, дальше он говорит, что благодать и мир, они умножится. И благодать, на самом деле, Иисус Христос является той благодатью, которая нам была дарована. Иисус Христос, живая личность, который воскрес. И вот скоро будет праздник, где мы будем все говорить, что Христос воскрес. И если Он в твоей жизни действительно воскрес, то тебе не стыдно об этом говорить. И на улицах, и на площадях. Я хочу сказать, что когда меня там где-то бывает, кто-то пытается пристыдить из моих там бывших знакомых. Встречают меня там и там мне. Ну что еще, молятся? Голову не разбил еще. Смеются с меня. Я говорю, да не разбил. Я просто знаю, в кого я уверовал. Я знаю, в кого я уверовал. Потому что Бог, которому я служу, Он живой. И я знаю, как получать от Него. Поэтому мне не стыдно говорить о Нем. Потому что у меня есть с Ним отношения. И Он говорит, благодать и мир умножится через познание Бога и Господа нашего Иисуса Христа. И что мы узнаем через эти познания? Что происходит через это познание? И вы знаете, на самом деле, познание, вот это слово, оно употребляется в таких местописаниях, как познал муж жену. Это интимные отношения, которые происходят в тайной комнате, один на один. Иисус говорил, когда Он учил молиться, Он говорит, а ты когда молишься, говорит, зайди в тайную комнату. И не будь как лицемеры, которые молятся на улицах и площадях. Показательно. Те люди, которые молятся на улице, вот, то есть он говорил об этих фарисеях, он говорил, что эти люди, они молятся показательно для того, чтобы показаться перед людьми. Показаться перед людьми на самом деле. Нам это не нужно. Нам нужно, чтобы Бог пришел и явил свою славу. Аминь. Он говорит, зайдите в тайную комнату свою и помолись Отцу в тайне. В тайне. И вот это слово познание. И что это познание производит? Вы знаете, познание, оно не может быть, если нет доверия. Если нет доверительных отношений, познание происходить не может. Согласны со мной? Через это доверие у меня появляются отношения с человеком. Так же? Появляются отношения. Через эти отношения, то есть, когда у меня появляются эти отношения, то есть, я еще больше начинаю познавать этого человека, так же? И еще больше начинаю ему доверять. Или не доверять. По-разному же бывает, да? Но для того, чтобы какие-то отношения строить, нам нужно вначале доверие. Я говорю, люди живут в браке, муж верит жене, а жена верит мужу. Между ними заключен брачный завет, просто на обещаниях. Уже и верить нету сил, но они верят. Смотришь, уже там 10 лет прожили, 20 лет прожили. Уже нету сил верить, но находят в себе где-то силы верить. Почему? Потому что когда-то давали обещание. С нами завет заключен на крови Сына. На крови Его Сына. Насколько сильный этот завет. Написано, что всякий человек лжив, а Бог верен всегда. И в заветных отношениях, когда одна сторона верная, второй есть куда возвращаться. Если эта сторона до конца верная, вторая через время вернется. Я говорю, даже когда Бог молчит и не отвечает, Он все равно продолжает оставаться твоим Богом. Ты все равно к Нему приходишь. И точно так же это как прообраз мужа и жены, отношений вот этих вот, жениха и невесты. И вот эти доверительные отношения. И вы знаете, вот эти вот доверительные отношения, я помню, как только я покаялся там, и как эти отношения начал налаживать с Господом, я помню, я телевизор вообще не включал.
Просто он мне не нужен был. Мне так интересно было слово. Так интересно было слово. Каждую свободную минуту я открывал и читал, мне хотелось познавать, и Бог говорил мне через это слово. Мне хотелось проводить время в молитвах. И как мы эти отношения развиваем? Мы молимся Ему, слушаем Его, входим в Его присутствие, читаем Его слово, и Бог говорит нам через свое слово. Говорит нам через свое слово. И вы знаете, и я подумал, куда-то делись потом чувства. Если до этого меня тянуло, чтобы мне хотелось просто проводить время с Господом, то потом наступил такой момент, когда мне перестало мне хотеться с ним проводить время. Суета там, какие-то еще там, это смотришь, Бог еще как бы не отвечает там каждый раз, как это было раньше. И ты смотришь, где-то чувства пропали. Я говорю, чувства – это двигатель для отношений. Чувства – это двигатель для отношений. И если нету чувств, то отношения поддерживать не хочется. Так же? Но когда есть чувство, то тебя тянет в эту тайную комнату. И когда есть чувство, то тебя тянет на это свидание. Потому что есть чувство. Откуда часто, то есть откуда приходят эти чувства? Чувства приходят, когда есть взаимность. Когда ты узнаешь, что тебя любят. Когда ты видишь, что тебя любят. И когда мы читаем Слово Божье, то мы видим, что вся Библия написана о том, что Бог нас любит. Но нам еще нужно начать с Ним проводить время с Господом, для того, чтобы эти вещи стали происходить, чтобы мы начали видеть, что Он действительно нас любит. И вот эти взаимность, мы начинаем ее видеть только тогда, когда начинаем верить в это Слово. Доверять Ему, поступать так, как говорит это Слово. И когда я поступаю так, как говорит это Слово, я демонстрирую Богу, что я люблю тебя. Потому что любовь к Богу – это исполнение Слова Божьего по отношению к ближнему. А ближний кто? Тот, кто нуждается. А кто нуждается? А все нуждаются. Все нуждаются в принятии, все нуждаются в любви. Получается, что мы должны всем, как говорил Павел. Я должен всем. Вот такое должна у нас быть позиция. Хорошо. Благодать и вера да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего. Вот эти отношения, познание, познание. Почему у нас нет желания? Потому что где-то пропали чувства. Нужно эти чувства возогревать, проводить время в Его присутствии. И вы знаете, очень тяжело проводить время в Его присутствии, когда ты большую часть времени проводил перед телевизором. Мы делаем, нам нравится делать то, чему мы больше всего уделяем время, на самом деле. И если тебе не хочется проводить время в Слове Божьем, не хочется проводить время в присутствии Божьем, это уже сигнал. Тебе нравится, значит, что-то другое. И если ты не можешь изменить, ну, то есть, если у тебя нет этого желания проводить время с Богом, значит, начинай прилагать усилия. Проводи с Ним время. Достаточно долго. Для того, чтобы эти отношения, чтобы это желание появилось. Давайте будем читать дальше. Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего, как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью. Он говорит, как от божественной силы даровано нам все потребное для жизни и благочестия. Это слово благочестие в современном переводе переводится как для служения Богу. И вы знаете, на самом деле наше служение Богу – это исполнение Его Слова. Вот и есть наше служение. То, чего Бог от нас ожидает. Многие думают, что служить Богу – это значит там проповедовать где-то, людей спасать, там, еще что-то делать. Там. Но на самом деле это уже вытекающее из того, что ты начал всего лишь напросто исполнять Слово Божье. Все, чего Бог от нас ожидает, вот какое служение Ему надо, чтобы мы исполняли Слово Божье. И слово благочестие, вот я взял специально, посмотрел словари Ожегова, короче, как это слово оно переводится. Благочестие – это христианская добродетель или истинное почитание Бога через исполнение Его заповедей. Истинное почитание Бога через исполнение Слова. То есть, когда я его исполняю, я показываю, что я почитаю тебя. Или другими словами, я люблю тебя. Я люблю тебя.
Вот что я делаю, исполняя Слово Божье. И Бог этого ожидает от нас. И когда написано, Бог поругаем не бывает. Бог поругаем не бывает. Как от божественной силы Его дано нам все потребное для жизни и благочестия, или служения Богу, через познание призвавшего нас славою и благостью. Он говорит, все необходимое для того, чтобы жить и служить Богу, тебе даровано. Каким образом? Через познание. Тебе нужно начать с Ним встречаться. Начать с Ним встречаться. Будешь с Ним встречаться, Он позаботится, чтобы у тебя было что есть, в что одеваться, как говорит Его Слово. И вы знаете, что мы должны отличаться от людей этого мира. Как в Библии написано, не будьте как люди этого мира, потому что люди этого мира, они все только этого и ищут. Что есть и в что одеваться. В Библии написано, что все труды человека для его живота. Для того, чтобы ты работаешь целый день, чтобы вечером отдать дань унитазу, который кричит каждый день, давай, давай. Получается вот так вот. И получается, это что, смысл жизни? Кто-то уже начал так, что он, показывали, да, там, Януковича дом, золотые унитазы. Жертвенник такой построил себе. Уже не знал, как еще, в общем, себя облагородить. Написано, все труды человека для его живота. Но мы должны отличаться от людей этого мира. Мы должны понимать, что наша цель – это не только накормить себя и одеть. Есть большие цели. И на самом деле Бог создал нас с одной целью, чтобы мы были зависимы от Него. На самом деле. И вы знаете, логика человека, она привела его к тому, что люди просто логически решили, что вся проблема в том, что Бог есть. Надо просто сказать, что его нет, и тогда легче будет жить. Ну так вот же люди живут. Так же? Зачем себя там с этой совестью сражаться? Я просто скажу, что Бога нету. И все. И можно теперь оправдать себя. А так совесть там где-то тебя осуждает, и где-то по-любому тебе неправильно поступать приходится, потому что в этом же мире люди же выживают. Да? Так же говорят же. Выживают. Цель жизни животных – это выживание. Написано, человек, который не имеет Бога в разуме, подобен животному, которое погибает. Люди выживают. Говорю, зайди куда-то в очередь, наступи кому-то на ногу и узнаешь о себе много нового. Почему? Потому что люди все готовы сражаться за свое. От божественных сил даровано все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего на славу и благостью. Он говорит, нам даровано, когда мы начинаем познавать его. И когда мы начинаем познавать его, мы способны увидеть благость по отношению к себе и славу Божью. Когда мы начинаем его познавать, как же мы его познаем? И что именно мы познаем? И вот дальше написано, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. Он говорит, что же именно нам даровано через познание? Что именно нам даровано? Нам дарованы великие и драгоценные Божьи обещания. Когда Бог тебе лично сказал, я говорю, все люди знают, что Бог может сделать чудо. Но они не знают, хочет ли Он именно в их жизни это сделать. И из-за этого и сомневаются. И из-за этого и не верят. И из-за этого не способны исполнить Слово Божье. И вот он говорит, через познание, через вот эти вот отношения доверительные, когда ты начнешь с ним проводить время. И вы знаете, Библия неоднократно рассказывает нам, что мы являемся храмом Духа Святого. Мы храм, в котором живет Дух Святой. И как ветхозаветний храм, он состоял из трех составляющих. Это внешний двор, святое и святое святых. Так и точно так же сейчас ничего не изменилось. Человек тоже триединый. Человек есть дух, у него есть душа, и живет он в теле. И вот внешний двор – это наша плоть. И наша плоть, она не хочет молиться.
она ленивая на самом деле. Только ты принял решение молиться, так сразу хочется убирать в хате, пыль вытирать, кровати застилать, посуду мыть. Только принял решение молиться. Вот такое состояние вдруг. Замечали такое? Ну все, буду молиться целый час. Короче, раз начал молиться, хупа, смотришь, пыль где-то там на подоконнике, надо вытереть. Раз пошел за тряпкой, хопа, еще там где-то что-то увидел не так, еще там. И ты смотришь, ты эту часть не молишься, а что-то там. Говорю, хочешь поубирать в хате, начинай молиться. Плоть, она ленивая. Псалом 117, 27 стих, там написано, вяжите жертву веревками и тяните ее на жертвенник. Тебе нужно заставлять себя молиться. И вот плоть мы заставили молиться. Второе, это святое. Первое, внешний двор, второе, святое. Святое, это наша душа. Разум, воля, эмоции, память и интеллект. И бывает, ты уже молишься, плоть уже согласилась, ты стоишь на коленях, молишься, а твой разум вообще в другом месте. Так, надо по счетам заплатить, вот туда надо съездить, с тем надо встретиться, тому надо перезвонить, в общем. Ты молишься, а вообще не с Богом, вообще не с Богом. Написано в Библии, если взыщешь его всем сердцем, всем разумением, всей крепостью, всем естеством своим, то он будет найден. Тебе надо, чтобы твой разум был направлен на Господа. Поэтому, вот когда мы здесь вот поем вот эти вот слова, очень важно, чтобы ты их своими словами говорил Богу, слова любви, слова благодарности, чтобы ты лично говорил Богу эти слова. Почему? Потому что когда ты говоришь, ты сам себя слышишь. А когда ты слышишь, ты способен это осознавать. Потому что человеческий разум создан таким образом, когда мы говорим, разум замолкает и слушает то, о чем мы говорим. Чтобы мы ничего лишнего не сказали. Поэтому очень важно научиться это делать. И когда я начинаю говорить Богу, что Он великий, Он всемогущий, Он благой, что я Его люблю, благодарю Его за то, что Он делает в моей жизни, вдруг через какой-то промежуток времени я начинаю осознавать это, когда я говорю это вслух. И следующий этап, куда мы вообще-то направляемся, это святое святых. Это то место, где Бог обращается к нам. Это то место, где мы способны слышать. В Ветхозаветнем храме в святое святых мог заходить только один раз в год первосвященник, написано, и то не без крови животных, за грехи свои и за грехи всего народа. Один раз в год. Он заходил в это святое святых, и Бог давал ему направление на целый год, если он был без греха. А если был со грехом, то погибал. Поэтому, когда жребий падал этим священникам, для того, чтобы выйти во святое святых, они освящались неделями, к жене не прикасались, сутками читали Слово Божье, вспоминая себе, где же я там, может, где-то упустил, где-то согрешил и не покаялся. Скрупулезно наблюдая за собою, за всей своей жизнью. Исповедовал эти грехи, молился, доверяя, что Бог простит, приносил жертвы. То же самое и в нашей жизни. И есть кровь завета, совершенная кровь, которая написана, за один раз сделана совершенными. Теперь не нужно ежегодно ее приносить. Тебе достаточно просто верой принять. И вы знаете, вера – это язык, на который Бог разговаривает с нами. Если ты подходишь к американцу, он не знает русского языка, начинаешь с ним разговаривать на своем родном языке, он тебя не понимает. Точно так же и Бог. Если я не разговариваю с ним по вере, он меня не слышит. Потому что это единственное условие, на котором он способен слышать меня. Поэтому если ты молишься, и в твоей молитве нет веры, а как вера становится активной? Когда мы начинаем называть несуществующее, как существующее. Когда я попросил и начинаю благодарить, доверяя тому, что он меня слышит, и он меня любит. И вот мы входим в это святое святых.
И вот очень часто вход в это святое святых, он сопровождается сокрушением духа. В Библии написано, что когда дух сокрушается, Бог близко. Бог очень близко. И бывает, ты просто молишься Ему, исповедуешь какие-то местописания, говоришь какие-то слова благодарности, любви, и тут через какой-то промежуток времени твоего духа касается Дух Божий, ты начинаешь сокрушаться, и ты чувствуешь, как Бог касается твоего сердца. И если ты давно этого не делал, то для того, чтобы войти в это святое святых, это может занять достаточно длительный период времени. От 2 до 5 часов. Молитвы в духе на языках, поклонение. Если ты давно этого не делал. Но когда ты будешь это делать регулярно, наступит такой момент, когда тебе уже много времени для этого не нужно будет. Ты будешь знать лазейки. Ты уже знаешь, как же войти в это святое святых. Ты уже знаешь, тут помолился, тут попел чуть-чуть, тут поисповедовал. О, чувствую, вот оно, вошел. Аллилуйя, слава Богу. Именно во святом святых Бог способен нам говорить. И мне говорят, то зачем Богу так долго молиться? Он что, не слышит? Я говорю, то Бог слышит, мы не слышим. Нам трудно услышать. Люди заходят в тайную комнату, потом выходят из нее и сами себя убеждают, Бог ли им это сказал, или они сами себе придумали. Вот так вот происходит. А мы должны выходить из тайной комнаты вполне уверенными, что все нормально. И для этого нужно уделить время. Просто уделить время. И вот дальше он говорит, нам дарованы великие, драгоценные обетования, дабы вы через них становились причастниками божеского естества. И вы знаете, когда Бог лично скажет тебе в твою жизнь и в твою ситуацию, тебе уже все равно, что там происходит. Какой шторм, какие там обвинения в твой адрес или еще что-то. Тебе лично Бог сказал. Мне лично Бог сказал. Поэтому все будет хорошо. Бог в курсе моей ситуации. Все будет нормально. Потому что мне Бог лично сказал. И когда Бог тебе лично говорит, у тебя появляется вера. Потому что ты сделал, ты услышал. И вера приходит от слышания Слова Божьего. И когда мы молимся в духе на языках, когда мы поклоняемся, в Иуде написано, 20 и 21 стих, там написано, что вы, возлюбленные, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божьей, ожидая милости Божьей от Господа. Я, когда молюсь в духе, это поднимает меня на такой уровень веры, где я способен понять, уразуметь, что Бог меня любит. Что Бог меня любит. И все будет нормально. И эти местописания, которые я до этого читал в Слове Божьем, они вдруг оживают. Вдруг оживают. Один стих, раз, и у тебя внутри уже все поменялось. И вы знаете, я уже приводил такой пример. Когда к тебе человек обращается и дает какие-то обещания, ты сразу, вау, восхищайся. Почему? Потому что услышали твои физические уши. И плоть твоя сразу в восторге. Все нормально, все будет хорошо. Здесь работает все наоборот. Здесь изнутри наружу работает. Поэтому нужно докопаться. Войти в это святое святых, уделить время. И вы знаете, самое длинное расстояние, какое только существует в этом мире, которое люди годами проходят, это вот отсюда, от моего мозга до моего сердца. 40 сантиметров. Люди годами идут. По 10 лет, по 15. Кто-то даже и не проходит. Почему? Потому что даже не знаешь, что нужно делать. Но когда ты уделяешь время и ищешь Господа, следующее, что произойдет, Он даст тебе слово. Он даст тебе слово. И это слово, оно способно будет изменить твою ситуацию. У меня была ситуация, расскажу свидетельство. Я только покаялся, помню, пришел к Богу.
Во-первых, я очень долго, у меня был период, что я на работу не мог устроиться. У меня не было специальности, и все, что я мог, это сторожить. Где-то на стоянках автомобилей. Там платили такие маленькие деньги, что это вообще для меня было, в общем, испытание. И следующий этап, который у меня было как повышение, я пошел подсобником на стройку. Я думал, вау, я могу уже копать, так что можно идти на стройку. Все, я пошел на стройку. И когда я пошел на стройку, мне там платили 100 гривен в неделю. И когда мне платили, ой, говорю, в неделю, да, 100 гривен в неделю. Не, в неделю. Ну, это было давно, да, я ж в неделю. И это. И тут передают лютые морозы. Зима будет, похолодание. Я так раз гардеробчик свой пересмотрел, смотрю, ух, у меня там уже, смотрю, ну, курточка еще старенькая, переходить можно, там пару свитерков одену, нормально. А обувь поменять не мешало бы. И так раз смотрю, у меня там осенние туфельки с такой тоненькой подошвой. Я уже ноябрь месяц, холодно. Я думаю, Боже, помоги мне как-то. Вот ты же сказал, не думайте, что вам есть, что вам одеваться. Подумай, пожалуйста, что мне сделать, чтобы у меня было что есть и что одеваться. А то с моей зарплатой я вообще себе ничего не смогу позволить купить. Потому что на эту зарплату, когда я привык хорошие себе ботиночки покупать, а тут, в общем, китайские какие-то, может, и купишь, и то через 2 месяца, когда они уже не надо будут. И я молюсь, говорю, Боже, помоги как-то, а то я не знаю, что мне делать. Покажи, что мне нужно сделать. Потому что на самом деле, есть условия, которые мы должны выполнить. И Бог, Он приходит нам через познание. И я провел время в молитве. И потом я открываю Слово Божье, начинаю читать, и мне 2 главы открываются. 2 главы. 2 Коринфянам, 8-9 глава. Дома потом почитайте. Читаю, вижу конкретную инструкцию, что мне нужно делать. И когда я эту инструкцию применил, через 1,5 недели мне принесли новые кроссовочки за $150 из магазина и еще дубленку новую. Я говорю, спасибо. Мне говорят, спасибо говорить не надо. Если б не Иисус, я бы этого не сделал. Я говорю, расскажи, бы я же тоже что-то делаю. Он говорит, я должен тебе принести, было ее еще 3 дня назад. Спать не могу. Я говорю, слава Господу. Мы тут слово исполняем, а Бог находит источники, как это слово привести в действие. И у Него есть инструменты, у Него есть люди. Он для этого и Бог, чтобы делать сверхъестественные вещи. Когда мы получаем, когда мы проводим время с Богом, Бог дает нам направление, Он дает нам слово, Он покажет тебе, что тебе нужно сделать. И здесь дальше написано, то вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность. Ну давайте мы сейчас немножко еще вернемся. Нам дарованы великие драгоценные обетования, дабы мы через них становились причастниками божеского естества. И дальше написано, что через эти обетования мы способны удалиться от господствующего в мире растления похотью, благодаря обетованиям. Почему? Да потому что вера, она движется любовью. Нет другого мотивирующего фактора ходить в любви, как только если ты не ходишь в вере. И если ты не ходишь в вере, значит, ты не ходишь и в любви на самом деле. Потому что когда я хожу в вере и ожидаю получить чего-то от Господа, это вынуждает меня всех прощать, всех благословлять, когда бьют правую щеку, подставлять левую, потому что у меня есть более важное дело. Я ожидаю от Господа. Я не имею права сейчас поддаться на эти провокации, потому что, когда я поддамся на эту провокацию, я потеряю мир в своем сердце. А когда я потеряю мир в своем сердце, будьте уверены, вам не захочется читать Слово Божье в это время. 1 Петра, 2 глава, там написано, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Говорит, удалите злобу, коварство, всякое лицемерие, возлюбите чистое словесное молоко. Я говорю, если есть злоба, если есть какое-то коварство, лицемерие, тебе не захочется.
И так оно и происходит. Может, вы замечали? Стоит один раз выйти из себя, ты потом неделю в чувство приходишь. И в эту неделю ты Библию начинаешь читать, ну, в лучшем случае, через два дня. А в худшем через неделю, когда уже сериалов насмотрелся. Вот таким образом. И дьявол, он знает эти все уловки. И когда мы провели с Богом время, следующее, что... Вот две вещи я заметил. Первое, мне нужно услышать от него. Это уделить время. И когда я услышал, второе, дождаться и не поддаться на провокацию. И вот он дальше в своем слове объясняет, как это все работает. Смотрите, он говорит, вы, прилагая к всему все старание, покажите в вашей вере добродетель. Вот это слово добродетель, я взял специально, посмотрел, как оно переводится в словарях. Вот можно его перевести как добрые дела. Так же ж? Но я это говорю, что это добрые дела, которые Бог называет добрыми делами. Потому что человеческие добрые дела, они бывают не соответствуют тому, что говорит Слово Божье. Ну, например, сосед приходит, соседка, и говорит, вчера так гульнул, сегодня на работу идти не могу встать, дай похмелиться. Или дай денег, чтобы похмелиться. Доброе же дело, да, соседу помочь, чтобы с работы не выгнали. Но в Библии написано, горе тому, через кого приходит искушение. Так же ж? У меня была ситуация, когда мамочка, которой мы служили, у нее ну, там, сын был наркоман, она постоянно выкупала его из тюрьмы. Выкупала. Ну это ж сын же ж. Надо же выкупать же ж. Так же ж? Выкупала его. Я говорю, вы ж Богу мешаете, короче. Говорю, вы умрете, кто будет выкупать? Дайте возможность Богу с ним поработать. Перестаньте выкупать. Перестаньте. И она просто перестала. И когда она перестала, через 4 года он вышел из тюрьмы посвященным служителем. Сейчас в реабилитационном центре в Ростове-на-Дону служит. Был в Донецке, теперь переехали туда, на оккупированную территорию. Сразу там разлагать, спасать людей. Сразу же. Аллилуйя. Хорошо, добродетель. И вот в одном из словарей это слово переводится вот таким вот образом. Добродетель – это наивысшая форма нравственной силы или нравственная благость делать то, что правильно, любой ценой. Делать то, что правильно, любой ценой. Я говорю, когда написано «молитесь», ой, «любите врагов ваших», и там инструкция конкретная, «благословляйте, благотворите, молитесь». Вот три пункта, которые проявляют мою любовь к врагу. К врагу. Я уже не говорю там о ближнем. Там. К врагу. Врагов же у нас хватает, так же? Маршрутку раз зашел, тебе ногу наступили, все. Уже надо слово исполнять. Молиться. Где-то там что-то там, у меня такие моменты бывают. Прихожу там, раз там, 10 гривен дал, она мне мелочью, короче, сдачу насыпала. Иду, думаю, вот это нормально, короче. И хочется же уже с нею поругаться там. Что ты мне тут даешь? Я же тебе нормальные деньги дал, дай мне нормальную сдачу. Она тебе там 3 рубля по 25 копеек. Ты идешь, у тебя карманы отвисают. Сразу так аж лезет просто изнутри полюбить эту сестру. Находишь в себе силы, смиряйся. Думаешь, это, наверное, жатва пришла. Вчера тоже 3 рубля дал мелочью в маршрутке. Аллилуйя. Добродетель. Наивысшая форма нравственной благости. И вы знаете, очень часто люди, они хотят узнать волю Божью для своей жизни. Вот все же хотят знать, где Бог нас хочет видеть. Хотят же знать? Все? И вы знаете, человеку не нужно знать всю волю Божью на свою жизнь. Ему достаточно просто исполнять ее на сегодняшний день. Самая сильная молитва, которая когда-либо звучала здесь на земле, это молитва «Господи, да будет не моя воля, а Твоя». Не моя воля, а Твоя. И просто каждый день, когда ты раз какие-то вызовы в твою жизнь приходят, ты просто молись этой молитвой. И исполняй волю Божью.
И наступит время, когда Бог приведет тебя в то место, где Он хочет тебя видеть. Я хочу сказать, что с каждым разом, с каждым годом, с каждым, то есть твоего времени провождения в Боге, эти цели будут выше, выше, выше и выше. Где-то Бог будет уже что-то исполнять, а где-то какие-то вещи еще будут недостижимы. Почему? Потому что ты где-то не разобрался. И вот это вот слово «добродетель», оно в Библии, я его заметил в двух местах. В каких сферах оно здесь определяется? Увидели, что это как подвиг. Как подвиг. Он говорит, покажите в вашей вере подвиг нравственный. Подвиг нравственный. Я взял украинскую Библию и прочитал вот это вот местописание на украинском. Здесь написано, покажите в вере вашей честноту. У нас добродетель, у них написано честнота. Что то, что вы получили, то, что вы узнали в Слове Божьем, что это правда на самом деле. Покажите в вашей вере, что это правда. Поступайте так, что это правда. Мы очень часто ведем себя, у меня спрашивают, вот как это дела веры? Как это дела веры? Я говорю, дела веры, это тогда, когда ты поступаешь так, как будто ты уже это получил. Как будто ты уже это получил. Многие люди, они не делают. Они ждут, когда же Бог ответит, чтобы потом себя правильно вести. Ждут. Я говорю, вы когда собираетесь своих родных и близких, вы же молитесь за них? Да. Когда вы собираетесь им служить? Молиться за них, благочестиво вести себя, перестать гневе с ними разговаривать. Когда? Когда увидите, то, говорю, это уже не вера. Так любой грешный, короче, человек может. Увидел, поверил. Это не вера. Вера тогда, когда я не вижу и поступаю уже так. Веду себя, как будто я, то есть мои родные, они уже верующие. По отношению к брату и сестре, я бы находил бы в себе силы прощать, молиться, благословлять. Так же, это же в церкви. А почему же я тогда не верю, что мои родные, они уже в церкви? Почему я не верю, почему я себя так не веду? Потому что я не получил откровения. Не провел время, не услышал. И когда вижу, верю в то, что вижу. Но когда, если бы я получил от Господа, я бы приходил бы, я бы на эти обстоятельства уже не обращал внимания. Я бы дальше анализировал бы, добродетель, какие от меня Бог ожидает, какие от меня Бог ожидает конкретных действий. И вот в первой главе, в первом Петра, во второй главе здесь написано про добродетель. Здесь написано «возлюбленный», 11 стих, 2 глава. «Прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плоских похотей, восстающих на душу». Удаляться. «И провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». Он говорит, нам нужно поступать правильно, потому что нас люди злословят в этом мире. А знаете, почему они нас злословят? Потому что они думают так, как думают люди в этом мире. Люди в этом мире без взаимовыгоды ничего не делают. Если я выгоды не имею, то что я буду доходить? Они ищут выгоду. И они думают, что мы точно так же ходим в церковь, у нас есть выгода какая-то. Думают, просто мы тут прикинулись вот такими. И все. Они так думают о нас. И ждут, когда же мы стратим. Чтобы потом сказать, ха, какой ты верующий. Сиди тут, сопи в две дырочки, давай вторую рюмочку, давай. Курить будешь? Ждут только. И он говорит, провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что заслужат вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. Мое правильное поведение в этот момент, оно дает возможность Богу прийти в эти обстоятельства. Приходит день посещения. Они видят, что мы не такие, как они. В нас что-то есть, мы что-то знаем. Дальше он говорит, итак, будьте покорны всякому человеческому начальству, для Господа царю ли как верховной власти.
Он говорит, будьте покорны. И тут не напрасно написано вот эти вот вещи, потому что мы, как люди, мы ищем справедливости. Так же ж? Справедливости. И когда мы видим какое-то несправедливое отношение по отношению к себе, нам сразу хочется взбунтоваться и сказать, как? Кому подчиняться? Вот этому человеку. Да вы посмотрите, как он себя ведет. И вроде бы можно было бы с этим согласиться, но когда я читаю Слово Божие, то здесь написано конкретные условия, чего Бог от нас ожидает, с какой целью. И тут дальше написано, правителям, как к нему посылаемым для наказания преступников и поощряющих, делающих добро. Ибо такова есть воля Божья, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей. Он говорит, когда мы так будем поступать, люди, которые написаны невежды, то есть они не знают. Они не знают, что есть Бог. Я встречаю человека, говорю, вы знаете, вам нужно с Богом встретиться. Да я верующий. Говорю, ну так все мы верующие. Только ж как-то ж верующие верующим рознь. Кому-то Бог отвечает, а кому-то нет. Вы пришли сюда ко мне за помощью. То я говорю, у меня помощи для вас нету. А у Бога есть. Да я молюсь. Я говорю, ну то молитесь, то молитесь тоді до Бога, чого ж ви до мене прийшли? Когда мы молимся, то Бог людей приводит. Так же ж? Нам не нужно бегать и искать. И люди рассказывают, я веруюча, я молюся. Я говорю, ну давайте поинтересуемся, как вы верите. Начинаю задавать вопросы. Оказывается, мы верующие и не знаем, что мы верим на самом деле. Я верю, что Бог есть. Но Бог где-то далеко, а я здесь. Вот так вот люди живут. Ибо такова есть воля Божья, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей, как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божьи. Он говорит, чтобы мы поступали как свободные. Я думаю, как это люди употребляют свободу для прикрытия зла? Как? Каким образом? Просто говорят, я верующий. Ну я верующий, возьми меня на работу. Я верующий. Я же верующий. И все думают, ну если верующий, значит честный. Если верующий, значит будет себя хорошо вести. А смотришь, потом ведет себя, как и все остальные. Ничем не отличается. Верующий раз, чук, бензопилу насадил. Потом ловим его где-то по дачам. Уже ни бензопилы, ни верующего. Верующий. Как свободно, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, как рабы Божьи. Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите. Слуги со всяким страхом повинуйтесь господам не только добрым и кротким, но и суровым. В другом переводе написано тиранам. Читаю, думаю, ого, условия. Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за поступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, не было лести в устах Его. Будучи злословием, Он не злословил взаимно, страдая не угрожал, но предавал то судьи праведному. Вот модель поведения. Будучи злословием, никого не злословил. Когда Ему угрожали, никому взамен не угрожал. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы избавились от грехов и жили для правды. Ранами его вы исцелились. Я говорю, в этом мире никто не хочет быть виноват. Но пришел тот, кто сказал за тебя и за меня, я виноват. И благодаря тому, что он так сказал, мы теперь имеем возможность соединиться с Отцом. А я говорю, Боже, а я в чем виноват? Я же прав 100%. А Бог мне говорит, ты виноват в том, что ты знал, как нужно поступить. Но не поступил. Потому что если бы ты так поступил, как говорит мое слово, ты бы на себе бы понес грехи этих людей и дал бы возможность мне коснуться ихнего сердца. Мне коснуться и проговорить в ихний разум, в ихнее сердце. И ты бы увидел, как все поменялось. А мы очень часто сами за себя стоим, сражаемся. Сами свои интересы отстаиваем. И из-за этого теряем мир в наших сердцах. И вот он говорит, покажите в вашей вере добродетель, этот нравственный подвиг. И вот еще добродетель, я заметил, в одном местописании еще упоминается в вопросе даяния. Во втором Коринфянам
8-9 глава. Почитайте уже дома. В вопросе даяния. Тоже этот нравственный подвиг. Когда ты видишь нужду, реально, можешь ее восполнить, но говоришь, слышь, иди, грейся, питайся, Бог тебя благословит. А я в пиццерию пошел. Потому что сейчас, если пожертвую, то я ж, у меня же нету наличных денег, чтобы потом пиццу покушать. Есть моменты, когда тебе нужно просто, Бог вынуждает тебя, Он говорит, возьми, отдай мне, и ты увидишь, как я восполню твои нужды. Но у нас, как в мире, лучше синица в руке, чем журавль в небе. И мы способны так поступить только тогда, когда у нас есть отношения с Ним. И вот Он говорит, покажите в вашей вере добродетель. Покажите, что вы знаете что-то. Добродетель, Он говорит, рассудительность. В рассудительности воздержание. В воздержании терпение, в терпении благочестие. В благочестии братолюбие. Я говорю, чтобы так поступать добродетельно, ты должен быть рассудительным. В современном переводе написано «знание». Чтобы быть рассудительным, должен быть воздержанным. Чтобы быть воздержанным, должен быть терпеливым. Например, терпение и благочестие. Благочестие – это когда я знаю Слово Божье и исполняю его. Исполняю, я должен готовиться к этому. Поэтому когда, и очень часто Бог тебе может давать направление. Все, что я получал от Бога, это просто где мне нужно было поменять свое поведение в тот момент, когда мне нужно было ожидать от Господа. Раз, молился, молился, Бог мне говорит, вот гнев мешает тебе принять. Я раз смотрю точно. Я себе стратегию нарисовал, как я буду себя вести. И когда уже приходят эти обстоятельства, я уже радуюсь, потому что я знаю, как я буду поступать. Депрессия приходит в жизни людей, потому что они не знают, что им делать. Просто не знают, что им делать в этот момент. Но когда я знаю, что мне нужно делать, то все по-другому происходит. Благодарение, оно помогает тебе оставаться подключенным к силе Божьей. Благодарение тому, что ты находишься в воле Божьей, что Бог тебя любит. Благодари, что ты являешься причастником Божьего естества. Вот это просто благодарение, оно тебя оставляет просто в мире во время давления. Но тебе нужно начать это делать, а не сидеть под давлением. Потому что оно будет для тебя давить, для того, чтобы ты принял эту проблему и начал потом сам с ней разбираться. Но мы же Богу ее отдали, эту проблему, так же? Ожидая, что Бог что-то сделает. Раз пришло давление, и дьявол тебе говорит, давай что-то делай, время, сроки поджимают. А нам страшно становится. И тут момент, где нужно терпеть. Еще в это время родные и близкие начинают тебе там насыпать соль на раны. И тебе в этот момент нужно терпеть, ожидая от Господа. И вот он говорит, в рассудительности терпение, терпение и благочестие, в благочестии братолюбие. Вот, вот это вот отношение к ближнему. Братолюбие. Особенно к родным и близким. Потому что родные и близкие, написано, враги домашние его. Почему враги? Да потому что на разном духовном уровне. Кто-то плоской, кто-то духовный, а кто-то вообще душевный. Для которого это все безумие. Ты тут ожидаешь сейчас поддержки какой-то со стороны близких. Они на тебя смотрят и думают, что ты тут придуриваешься. Знаем мы тебя. Ты такой, как был, такой же ты и остался. Они же не знают, что мы поменялись внутри. Да, прямо так вот и говорят. Ну нельзя же быть таким фанатиком. Надо как-то посерединке, что-то из крайности в крайность. То вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетель, добродетель рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержание терпения, в терпении благочестие, благочестие братолюбие, в братолюбии любовь. Вот как эта вера движется любовью. И даже он говорит, если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в украинской Библии написано, то вы будете не ленивыми в познании, если это у меня есть. Потому что когда мне Бог отвечает на молитвы, меня тянет обратно в тайную комнату, потому что я вижу взаимность. Я верю, что Бог отвечает. И я знаю, что теперь нужно мне делать, для того, чтобы Он мне ответил. И даже Он говорит, а в ком всего нет, тот забыл, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов. Я говорю, кто этого не делает, кто этим не занимается, тот на самом деле забыл, что он праведник. Что у него есть свободный вход в Царство Небесное, во Святое Святых, где Бог будет ему говорить каждый день.
каждый день. Ему не надо год ждать. Тот забыл, что Бог его оправдал, и он его ждет. Поэтому он этим и не занимается. Посему, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание. Наше звание – это праведность. Это статус, как мужчина и женщина. Ты не можешь быть больше мужчиной или меньше мужчиной. Точно так же и праведность. Ты не можешь быть больше праведным или меньше праведным. Бог тебя таким назвал. Бог тебя таким назвал. Звание и избрание. Избрание наше – это святость. Я отделил себя для славы Божьей. Отделил себя от греха для того, чтобы принимать от Господа. Вот мое избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь. Люди притыкаются на людях в церкви. Ой, тот не так поступил, тот не так поступил. А знаете, почему притыкаются? Да потому что не исполняют Слово Божье. Потому что если бы исполняли, если бы ходили в вере, то не на других бы смотрели, а на себя, как себе Слово Божье исполнить. Как мне его исполнить? Потому что я ожидаю от Господа. Ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя, Иисуса Христа. И вот он говорит, вот таким вот образом это все происходит. Все, что нам нужно просто познавать, уделять этому время, проводить с ним время и ожидать. Слава Господу! Вы для себя что-то получили? Давайте помолимся. Отец, благодарим Тебя, Господь, за это время. Прошу Тебя, Господь, благослови, Господь, каждого из нас. Дай нам желание и действие проводить с Тобой время, Господь. Открывайся нам, как живой, реальный и действующий Бог. Боже, пусть Твоя милость, она обновляется в наших жизнях, и благодать для спасения, для преждевременной помощи пусть приходит в наши жизни. Мы нуждаемся в Тебе, Господь. И мы просим Тебя, Господь, чтобы Ты наполнил нас, Господь, своей благодатью. Давай нам желание и действие, искать Твоего лица, Господь, ибо ищем Твоего лица воздается, Господь, влеки нас в тайные комнаты, давай нам желание, Господь, Боже, проводить с Тобой время, слышать от Тебя, давай нам уши, которые слышат, и глаза, которые видят, ибо и то, и другое от Тебя. Я благословляю Твою церковь, и я благодарю Тебя, Господь, что Ты Духом Святым сделаешь несравненно больше того, чем мы просим и о чем помышляем. Слава Тебе и хвала, Отец и Дух Святой. Аминь. Слава Господу. Я хочу обратить...